Всем привет, друзья, с вами я, Рэч, и сегодня, друзья, я на сервере Daggers. Я вообще не знаю, как на серверах играть. Первый мой опыт. Считайте, я нубик. Я реально здесь нубик. Я не понимаю, что делать, чем заниматься и куда идти. Я, конечно, здесь первый раз на сервере, вот реально. Здесь видно, что я там сдох, там, ну, 5 раз, да? Ну, был, я зашел так, для проверки просто. Давайте походим, посмотрим, как здесь, что да как. Чтобы попасть на сервер Daggers, нажимайте «Играть», «Серверы», «Добавить сервер», прописываете Daggers.fan, порт 19131, и вы уже на сервере Daggers. Ух ты, что я нашел? Что я нашел квесты? Это то, что мне надо. Так, ну что ж, посмотрим, что здесь за квесты. Взорвать 600 блоков. Навряд ли это я смогу делать. Убить? Что? Что вы успешно взяли квест, чтобы проверить все эти... Что я взял? Нет, там можно отменить? А, да, отмена. Все. Я таким заниматься не буду, слишком долго. А вот убить 10 мирных мобов можно. Это, наверное, самое легкое. Ладно, давайте прибьем кого-нибудь хотя бы. Я где-то на опушке. Прекрасно, ничего не скажу. Опа! Куда мы идем? В лес мы пойдем. Куда мы идем? На гору пойдем. Верстак я нашел, вот это я понимаю. Сейчас ночь, что, долго будет? А где ночь? А, точно. Что у нас здесь? Ля-ля, что у нас есть? У нас есть шахта. Спускаемся. Ю-ху, здесь кто-нибудь есть? Ау, люди! Я иду к вам. Так, и здесь... Прям целый крот какой-то прям прошелся. О, не, я туда не пойду. Коснитесь земли, чтобы посадить верстак. Да чтоб тебя. Теперь, друзья, ломаем верстак и выбираемся искать дерево. Реально вот... ладно, ломаем рукой. Что? Я нашел дерево. Вот это понимаю, вот это мне нравится. Вы не можете ломать здесь блоки? Походу понятно. Это чья-то база, ну ладно, выбираемся. Так и походу сейчас будет рассвет, ну наконец-то. Сейчас мирные мобы появятся, мы их всех здесь передавим. Так, ну что ж, прибьем его. Опа, Что ж такое? А, точно, надо все самому делать. Фу, я думаю, я помру, просто здесь я съел, так скажем, ну, гниль, да? Ну что ж, погнали. Погоди, не убегай. Так, я тебя убил? Есть. Третьего я зафигачил. Заяц, беги, ну погоди, у меня здесь. На. Есть. Всех так успешно выполнили квест. Все, наконец-то. Ух ты, у меня купон появился. Офигеть, я не думал, что вот так все будет просто. Ну а теперь мы должны обратно прийти к квестам. Ну все, друзья, я здесь уже, я пришел, так, и так, один из трех выполнил. Так, друзья, я выбрал миссию, так скажем, добыть 250 любых блоков в автошахте. И сейчас мы отправляемся в автошахту. Hello, my friends. Так, меня здесь никто не слышит. Погнали копаться. О, железо, это мне, бро? Это мне? Нет, я так и не понимаю, бро. О, спасибо, благодарю, но у меня уже есть как бы, ну ладно, спасибо, благодарю тебя. Это мне? Реально это мне? На Daggers такие замечательные люди. Это мне? На, держи, мне золото не нужно. У меня все хорошо, бро, понимаешь, все хорошо. Давай, иди, работай. Все отлично, мне золото не нужно. Твою ж, провалился. Так, ну что ж, вы, наверное, спросите, почему я ломал деревянной киркой? Ну, потому что, друзья, мне так удобнее. Сначала я люблю ломать деревянную кирку ломать, а потом уже приступаю к этому. Да, тем более, почему бы и нет? А, здесь стивы везде. Ладно, я пошел работать. Редкость обычная. Автошахт. Обновление через 9 минут. Уи! Ладно. Опа, уголек, опа, это мое. Так, это походу ничего. Ладно, теперь будет мое. Я здесь подумал, что если вам просто продемонстрировать, как у меня лагает. Сейчас я вам продемонстрирую 10 секунд, как у меня лагает. 10 секунд идут, я просто вот так ныряю и просто начинаю что-то делать, чтобы у меня лагало жестко. Ну, ой. Ну, я не делаю специально, это просто мое устройство. Так, вот смотрите, вот я. Видите, какие у меня лаги сумасшедшие?
183 блока я накопал. Не падай, не падай, не падай. Вот, друзья, смотрите, я хочу использовать плавильню, нельзя. Хочу печку использовать, нельзя. Я все же реально не разбираюсь в серверах. Я реально нубик. Хотя это понятно, почему нельзя использовать печки, потому что здесь могут похитить твое железо. Черт, надо выбираться. Сейчас будет обновление, сейчас будет... А, вот как оно происходит. А я думал, меня сейчас прямо и там накроет. Чё за фигня происходит? Игроки здесь суперские просто. Что? Я даже не заметил, но я уже все, я... Офигеть, я поплыл. Я задание выполнил, офигеть. Ай, лагает, моя голова крутится. Пяу-пяу. Ну а сейчас мы отправляемся в арену. Почему я не могу нажать? У нас здесь, я как вижу, крылатые ангелы здесь у нас. Так, у нас здесь жесткая мясорубка. Понаблюдаем, посмотрим. Вон два гладиатора сражаются. Один телепортируется. О, он еще летает. Это реально какой-то ангел. Здесь жесткая мясорубочка. Так, я вижу вдалеке. Так, Стив бегает. Какие-то два алмазника сражаются с каким-то. Так, подвиньтесь. Подвиньтесь, мистер. Я не вижу. У нас здесь прям два что-то сражаются. Так. Кого-то долбит, просто кого-то долбит, задолбили уже. Все, режим наблюдателя закончен, теперь я иду в бой. Уии, я добью тебя, бро. Ай, ты кто такой, я вас тех... Опа, лут, ах ты ж... О, жестко. Что я вижу, компот, куда ты полез? Компот даже на дайгерсе играет, представляете? Бро, я сам в шоке. Видишь это? Я вообще сам просто в шоке. Бро, что здесь творится, я не понимаю. Мне больше смущает вот эта сценка, что там компот вообще творит. Опа. Так, нет, нету изумруда, я здесь новенький. Я новенький, бро, изумруда нет. Я как вижу, компот убежал, пока что я здесь с новым дружком разговаривал. Компотик, ты где? Так, как вижу, здесь у нас дружочки развеселились, бегают, убивают. Так, ну что ж, давайте я тоже. Уи, иди сюда. Опять добью тебя. Ай, кто меня долбит? Так, я добью. Нет, он мой. Я подобрал фиолетовую шляпу. Ух ты ж. Нет. А, черт. Губка, серый был спрятан, черный мусор, губка. Губка Боб, я иду, губка Боб. Извините, губка Боб, вы где? Погнали вверх, все выше, и выше, и выше. Заходите на этот сервер, потому что здесь так интересно. Больше всего времени я наблюдал за чатом, и здесь такое реально происходит, что это уму непостижимо. Ну а с вами был я, Рэч, всем удачи и всем пока!